Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Кто со мной уже много лет, кто меня знает и кто ждет мою точечную роспись. Сегодня я начинаю работать. Рукоделить и работать. Во-первых, я хочу показать вам, сколько у меня тарелок для росписи. Я все это готовила на зиму на эту, но проболталась полгода в праздниках в Анапе. Вот, значит, будем работать летом. Расписывать буду тарелочки и продавать. Вот тут у меня уже готовы экземпляры, но я сейчас покажу поближе. Вот такие тарелочки большего размера. Это будут декоративные. То есть роспись будет наноситься сюда. И потом на подставочке она может стоять где-то на комоде. Или висеть на стене, если приделать снаружи, с тыльной стороны какое-то крепление. Я, правда, крепление никогда не делала. Но если надо, то могу и научиться. Вот эти тарелки прозрачные. Их я делаю с обратной стороны рисунок, загрунтовываю, и можно эта тарелка будет пользоваться. Их у меня всего 3 штучки осталось, но это заказать мне пару пустяков. Это с прошлых работ осталось. Вот суповые вот такие тарелочки, тоже прозрачные. Но они не обязательно для супа, это очень большая для супа. Можно для фруктов, для каких-то печенье, конфет. Тоже с обратной стороны она раскрашивается, и с этой стороны можно ею пользоваться. Вот цветная вот такая осталась, тоже будет как декоративная. И блюдечки. Вот эти блюдечки мне очень нравится делать, и пользоваться ими хорошо. Они тоже будут сделаны с обратной стороны, а пользоваться где-то вот, и пользоваться в постоянной жизни, когда гости, например, тортик положить или какой-то десерт поставить, или просто конфетки, печенье положить. Вот иметь набор или в разной цветовой гамме, или в одинаковой. Вот у меня блюдечек очень много, я их много сделала. Кстати, часть увезла в Анапу и много там раздарила. Вот. И еще вот хочу показать вот эти тарелки, которые у меня есть готовы, которые я могу продать. Сейчас я их покажу поближе. Так, вот эта тарелочка осталась одна декоративная. Я на ней учила ставить вот эти точечки. Если кто у меня закажет, будет заказывать, большой будет заказ, я просто эту тарелочку с подставкой просто подарю. Подарю, чтобы так она стояла красиво. Я у себя дома ничего не оставляю. Я все отдаю, продаю, раздаю. Так, теперь вот таких у меня 5 тарелок. Так, 5 тарелок. Они рисовались с обратной стороны. Вот с обратной стороны. Чтобы на них можно было кушать. Это матовое стекло. Смотрится это вот так, хоть с другой стороны, это смотрится очень шикарно, очень красиво. Мне они очень нравятся. Вот их я тоже продаю, сейчас покажу все. Вот с этой стороны так, конечно, ярко с этой стороны. Они под лаком, ничего с ними не сделается. В посудомоечной, конечно, их мыть не надо. А просто под теплой водой, губкой спокойно моется и все. А этим местом уже пользуются. Но уже это замечено и знаю, что если человек берет отсюда яблочко, ой, а что это такое? И обязательно надо ему посмотреть с той стороны. Но так уже получается, потому что с этой стороны не сделаешь. Краска ядовита. Нужно обязательно раскрашивать с той стороны. Но это стекло матовое, поэтому смотрится вот так. Когда прозрачное стекло, смотрится совсем по-другому. И то красиво, я так считаю. Вот это с этой стороны как. И так. Вот это богатая тарелочка. Вот. И здесь так. Вот 5 тарелок.
5 тарелочек. Так. И маленькие тарелочки. Меньшего размера. Вот если это вот такая, то это меньше. Принцип один и тот же. С этой стороны мы рисуем, с этой стороны мы пользуемся. Этих тарелочек у меня 10 штук. Могу продать все оптом. Все могу оптом. Может, кто-то возьмет и потом за 500 рублей у меня возьмет, а продаст за 700, за 1000. Эти тарелки уходят в лед. Те, кто именно торгует. Может, мне здесь найти тоже магазинчик и сдавать под реализацию. Вот уже показываю все рисуночки. Вот так и так они смотрятся. Хорошо, красиво. Я вот сама сейчас сижу и любуюсь прям своим творением. Не знаю, сейчас уже отвыкла, уже 7 месяцев не брала контуры в руки. Вот такая красота получается. А ну и с этой стороны хорошо. И здесь также вот переливается на свету все здорово. Конечно, их нужно протереть все. У меня тут котярик жил. Везде прошелся. Я, конечно, маленько протерла, но все равно надо. Кому буду отправлять, естественно, я хорошо их промою. Уж свою, со своей грязью не отправлю. Так, значит, 10, и тут 5, 15, по 500 рублей, девочки, мальчики, по 500 рублей, вот, эту в подарок, эту тарелку в подарок. Заказывайте, отправлю в любой уголок нашей России, за границу отправлять не буду, у меня уже такой опыт есть. Хотя за границу можно, но там очень дорогая пересылка. Доходит, я в 3 места отправила, доходит. Но дорогая очень пересылка, вам это накладно, потому что за пересылку вы платите сами. Вот. Я свой товар продаю не очень дорого. 500 рублей, вот этот труд. Вот этот труд 500 рублей. Я беру практически за материал, за контуры и за саму тарелку. Также и за обложку там или что. Все. Я свой труд сильно не оцениваю. Мне лишь бы делать и делать и делать. И будут брать, слава богу, чтобы оно не залеживалось. Эти тарелки у меня лежат, кстати, давно. Все вот такие декоративные я продала. Все продала, да и вот до единой, вот единственное осталось. Больше нету. Но у меня стоят дома 2 или 3 тарелки, но это были самые первые, они мне самые дорогие, они стоят, мне душу греют. Что это были самые первые, я на них училась и радуюсь им. Вот. А эти я продам. Могу сразу оптом продать. Вот. 15 тарелок по 500, это на 7500. И плюс тарелочка вот эта в подарочек. Но это если кто будет оптом. Есть такие у меня, берут оптом. Но я и по одной отправлю. Могу одну тарелку отправить, могу 2, 3. Сколько хотите. У меня муж и хорошо упаковывает. За все время отправки одна только тарелка разбилась у моей очень хорошей оптовой покупательницы, у Нелечки. А так я всем отправляла без проблем. Но Нелли даже вот если у нее одна тарелочка разбилась, это столько я ей много отправила, ничего страшного, я ей компенсирую, обязательно сейчас сделаю и отправлю ее. Где-то какой-то брак, я тоже все исправлю и все отправлю уже бесплатно. Это уже без проблем. Так, ну все, ребята, я жду от вас заявочек, а пока начнем рисовать. Давайте, ребятки, начнем с того, что разомнем просто руку. Я правда отвыкла уже держать контуры в руках. Вот, сейчас взяла их, расковыряла, они уже подсохли. Сделаем обложку. Это обложка на паспорт, натуральная кожа, очень хорошая. Очень-очень хорошая, плотно так, это клееночка вот эта сделана. Я свою обложку ношу уже давно. И дарю всем.
хорошие, хорошие обложки. Вот, давайте сделаем простой, самый-самый-самый простенький такой рисунок, но мною любимый. Ну все, вот такая красота у нас получилась. Рука разминается, с трудом, но разминается. Вот такая обложка у нас. Лаком я не покрываю, точки держатся хорошо, ничего не сползает. Я у многих, кому я продала такие обложки, спросила, как хорошо носится ли, не сползают ли точки. Нет, все хорошо. Никто мне не подтвердил, что у кого-то что-то плохо, у кого-то что-то отвалилось. Так что принимаю заказы, ребята, и на обложки. Кожа натуральная, хорошая, плотная, носиться будет долго. Все по 500 рублей. У меня все по 500 рублей. Хоть тарелка, хоть обложка, хоть ежедневник,
хоть шкатулка, все 500 рублей. У меня есть единичные, вот тарелки самые крупные я продаю за 700 рублей, декоративные. Ящики деревянные по 700 рублей. И лариаты из бисера тоже по 700 рублей. В общем, где побольше материала, там подороже. Жду, заказывайте. От, значит, 500 и плюс ваша отправка. Рассчитывайте вот на эту, если кому-то надо. Бисером тоже начала заниматься. Начала наборку бисера. Буду делать жгуты, лариаты. Заказывайте. Может, кому-то сплести под какой-то наряд определенного цвета. Кто-то у меня просил, ребята, черно-белые, очень много просили черно-белые лариаты. Пожалуйста, откликнитесь. Я не могу найти. У меня часть-то я записала, а кого-то не записала. Пожалуйста, подтвердите свои заказы. Ну вот как-то вот... Помню, что я вот сейчас как раз посмотрела, что у меня черно-белый вроде есть. Здесь же, значит, начинаю делать наборку и стала смотреть, а кто мне заказывал, а я не помню. И я не записала, и у меня в блокноте не записаны. И помню, что мне два человека попросили черно-белые лариаты. Не помню. Извините, пожалуйста, но напомните о себе еще раз, что вам нужны лариаты черно-белые. Ну и кому еще надо, кто вот новые пришли у меня, подписчики, может, кого-то я заинтересуют мои работы. Я продаю недорого, беру только за материал. Тарелки я вначале показала, что я имею всякого разного размера и формы. И обложки тоже у меня разного цвета. Расцветка разная. И коричневые, и черные. Вот цвет морской волны. Красные, зеленые. Вот такие. Вот всякие. Так что кому какие надо, пожалуйста, заказывайте. Будем делать. Я буду работать и вам сделаю приятную вещь, красивую. На этом я точно заканчиваю. Жду заказов. Пишите и до новых встреч!